Если уж и отдыхать на курорте, то в самом центре, среди живописных даров природы. В самом сердце курорта «Кавказские минеральные воды», в спокойном и уютном городе Ессентуки, который не раз становился одним из первых в списке российских городов по комфортному проживанию, в центре городской курортной зоны находится санаторий имени Сеченова. Об удачном его расположении говорит не только близость парка, но и главных питьевых источников, чем и славятся Ессентуки. Он всегда был впереди. Санаторий имени отца русской физиологии Ивана Михайловича Сеченова одним из первых среди других здравниц применяет все новинки мировой курортологии. С годами меняется оснащение, но не меняется суть. Благодаря уникальным источникам, в первую очередь, это Ессентуки-4, Ессентуки-новые, Ессентуки-17, то есть мы занимаемся уже не одно десятилетие и не одно столетие. Лечим курорт наш питьевой. Есть, конечно, сопутствующая патология, это опорно-двигательная, это сердечно-сосудистые. Но в основном все-таки основной упор – это желудочно-кишечный тракт, органы пищеварения, заболевания печени, желудка, поджелудочной железы и, конечно, сахарный диабет. За десятилетия успешной работы здравницы медиками накоплены богатейшие традиции по диагностике, санаторно-курортному лечению. В штате санатория только высококвалифицированные врачи и медсестры. В санатории работают 7 терапевтов, которые обладают сертификатами по смежным специальностям, оказывают помощь порядка 18 узких специалистов. Это и уролог, и гинеколог, и стоматолог, лор-врач. Кроме того, порядка 40 медицинских сестер оказывают услуги непосредственно в процедурных кабинетах. Уровень квалификации достаточно высокий от кандидатов медицинских наук, врачи с высшей квалификационной категории, первой квалификационной категории. Все поработавшие практиками в стационарных условиях. Ну все хорошо, персонал очень хороший, вот все такие добрые, все вот прям как будто здесь нас ждали. Да, отношение такое хорошее, вообще чистенько, уютненько, все хорошо. Основное направление санатория – лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, печени и желчевыводящих путей. В ванном отделении отпускаются различные виды ванн, включая аромаванны для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, иммунной системы. Условия, я не знаю, таких, наверное, может быть, и нигде больше нет, коллектив такой. Девочки такие, ну, все ласковые, улыбчивые, добрые, вы знаете, ну, я не знаю, мне кажется, таких людей уже нет, как и здесь. В отделении грязелечения в вашем распоряжении новое оборудование. Отделение гидропатии, традиционно пользующееся особой популярностью у отдыхающих с эндокринными заболеваниями и ожирением, позволяет отпускать несколько процедур одновременно. Новая кафедра предлагает весь спектр процедур так называемой зарядки для ленивых. Вода подтягивает мышцы, тонизирует, включает двигатель внутреннего сгорания организма. К вашим услугам физиотерапия, галотерапия или солевая шахта, помогающая устранить проявление аллергии, заболеваний дыхательных путей и одновременно являющаяся отличным косметологическим средством. Двухнедельное пребывание оказывает замечательный эффект, потому что значительное количество пациентов отмечает улучшение общего самочувствия, снижение веса, улучшение работы пищеварительных органов. То есть уже 2 недели достаточно для получения какого-то эффекта. Ну, конечно, полноценный эффект – это 3-4 недели. Диетическое питание является одной из основных составляющих эффективного лечения на Ессентукском курорте, все условия грамотной организации которого строго соблюдаются в санатории имени Сеченова. Продукты в санаторий завозятся ежедневно, никакой заморозки или хранения. Один из лучших врачей-диетологов с помощью специального оборудования безошибочно подберет вашу персональную диету. Здесь вы найдете все необходимое для занятий спортом и ухода за собой. И скучно не будет. В санатории имени Сеченова есть все. От спортзала с тренажерами до бассейна. От бильярдной до танцевального зала. Кого-то порадует библиотека, а кого-то клуб. Для
Для развлечения водного общества организуются концерты, лекции, вечера отдыха, осуществляется экскурсионное обслуживание по городам Кавказских минеральных вод. Спальный корпус санатория оснащен комфортабельными номерами на любой вкус. В апартаментах есть даже сауна и личный бассейн. Внимательный персонал старается, чтобы отдыхающие вернулись домой полными радужных впечатлений, сил и здоровья. Об этом санатории не нашла ни одного отрицательного отзыва и решила приехать сюда. Очень мне здесь нравится. Прекрасный климат, прекрасный санаторий, очень хорошее обслуживание, замечательный врач. Здесь созданы все условия для того, чтобы люди поддержали свое здоровье. На сегодняшний день санаторий имени Сеченова занимает достойное место среди лучших здравниц Кавказских минеральных вод.